Здравствуйте, с вами канал «Современные родители». В этом обзоре расскажу про качели для новорожденных Nuovita Migliore. Как много вещей в современном мире призвано, чтобы облегчить нашу жизнь. Это устройство не исключение. Как оно справляется со своей задачей и какими особенностями обладает, мы узнаем по ходу видео. В описании я оставила подборку ссылок на магазины с выгодными ценами на покупку этой модели. Буду рада вашей поддержке, поэтому делитесь впечатлениями в комментариях и ставьте лайки. Чтобы не пропустить новое видео, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик для уведомлений. Название модели электрокачелей Migliore переводится с итальянского как «лучший», и к этому мало что можно добавить. В этом устройстве и правда предусмотрено все, что только может потребоваться малышу и его родителям. Родители по достоинству оценят надежный механизм укачивания, продуманность и прочность конструкции, и, конечно же, приятный дизайн в пастельных тонах с декоративными элементами в виде вышивки. Эргономичное и изящное основание, мягкое, невероятно уютное креслице с удобными вкладками из приятного на ощупь материала, пятиточечные ремни безопасности и накидка на ножки. Все это сделает пребывание младенца в электрокачелях приятным, беззаботным и безопасным. Он с удовольствием будет дремать под аккомпанемент убаюкивающих мелодий или, напротив, увлеченно познавать окружающий мир, протягивая ручки к висящим над ним игрушкам. Эти электрокачели станут незаменимым помощником в семье с младенцем. Они гарантированно подарят комфорт малышу и избавят от множества забот его родителей. Я выбрала основные моменты, о которых говорят пользователи, и сейчас ознакомлю вас с ними. Сначала отрицательные. Мелодии штуки 3-4, остальное – белый шум, звуки природы. При этом мелодии сами не меняются, только по кнопке. Конструкция качелей выглядит хлипко и скрипит при сильных движениях ребенка. Рассчитано до 9 кг. Батарейки плохо вставляются, бывает, вылетают. Ноги, на которых крепится шезлонг, оказались разной длины. Теперь перейдем к положительным. Выполняют свою главную функцию – качать ребенка под музыку. Можно отсоединить от опор и использовать только как шезлонг. Достаточно компактные для такого рода изделий. Есть возможность работать как от батареек, так и от сети. Нагрузочные испытания ребенком в 10 кг пройдены успешно. Подходит для новорожденных с хорошим горизонтальным положением. Хорошее соотношение цена-качество. Качели не тяжелые, я их легко по квартире таскаю. Рама под весом ребенка не гнется. Для того, чтобы следить за выходом новых роликов, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Ссылки на лучшие цены и полные характеристики вы найдете в описании под видео. Сейчас самое время для обратной связи. Переходите в комментарии, делитесь опытом использования или просто впечатлениями. Там же вы можете задать интересующие вопросы. Не забывайте о поддержке лайками. До скорой встречи на канале «Современные родители».